Многие помнят темную комнату, увеличить или красную лампу. В советское время проявляли пленку и фотографии большинство самостоятельно. Процесс занимал не один день. Сегодня ретро-снимки можно отдать на реставрацию. Их отсканируют, обработают в специальной программе и распечатают на принтере. А еще изображения можно печатать на различных предметах. Мы тут делаем прямо на месте кружки, футболки, наносим изображение. Переносим изображение методом сублимации. Это такой способ, когда вещество из твердого состояние переходит в газообразное, минуя жидкое состояние. Картинку можно выбрать любую или подготовить макет в программе. Главное – распечатать его на принтере специальной краской. Кружечки – это специальные для сублимации. То есть, если клиенты приносят свои кружечки, как бы на них не получится напечатать. Многие очень спрашивают, на кружечках, на этих специальный сублимационный слой, чтобы краска хорошо впиталась. Картинку приклеивают к кружке термоскотчем и отправляют в пресс, который предварительно разогревают до 400 градусов. Ждем около 200 секунд. Готово. Но нужно немного времени, чтобы посуда остыла. Можно заняться футболкой. Здесь все тоже, только пресс другой. И процесс сублимации на футболочке происходит минуту. Футболка готова, кружка остыла. Можно оценить результат. Вот так просто и быстро теперь можно обзавестись памятным сувениром или просто качественной фотографией, которую за пару минут распечатают на принтере. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».